Приветствую вас, друзья, и черных пакетов вам, враги. После нанесенных рашистами 10 и 11 октября ракетных ударов по Украине, наши союзники ускорили процесс передачи нам новейших систем ПВО и ПРО. Так, ВСУ уже получили от Германии первую из четырех батарей новейшей системы ПВО Айрис-Т-СЛМ, а в самое ближайшее время США передадут Украине системы ПВО НАСАМС. НАСАМС – это передвижной зенитный ракетный комплекс, который предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Данная система была разработана норвежской фирмой Kongsberg Defence and Aerospace и американской Raytheon. Она была принята на вооружение в 1998 году. В 2006 году на вооружение была принята усовершенствованная система NASAMS-2, а в 2019 году NASAMS-3. Так же, как и Айрис-Т, система использует модернизированные ракеты класса воздух-воздух, которые способны поразить цель на высоте до 16 км и на расстоянии до 25 км для NASAMS-2, на высоте до 25 километров и на расстоянии до 40 километров для NASAMS-3. Батарея NASAMS состоит из 9-12 пусковых установок по 6 ракет AIM-120, 3 ЛРС, обнаруживающих цель на расстоянии 120 километров, центра управления и машины с электронно-оптической камерой, позволяющей поражать цели без включения РЛС. Стоимость одной батареи составляет 30 миллионов долларов. NASAMS-3, кроме ракет AIM-120, способны использовать и более современные ракеты Айрис-Т-СЛС, а также AIM-9X. Комплекс способен поражать цели со скоростью полета 1000 метров в секунду. При этом единицы комплекса могут располагаться на расстоянии до 25 километров между собой, что затрудняет обнаружение и вывод из строя системы ПВО. NASAMS стоит на вооружении США, Австралии, Финляндии, Литвы, Норвегии, Нидерландов, Чили, Индонезии, Оман, Испании и в скором времени Украины. Система настолько хороша, что США используют ее для защиты Белого дома в Вашингтоне и других важных объектов. Ожидается, что Украина получит 8 батарей NASAMS, став одним из наибольших их владельцев в мире. При этом 2 батареи мы получим в самое ближайшее время, а еще 6 в следующем году. Для понимания эффективности, одна батарея NASAMS может закрыть небо над Харьковом или Киевом. В совокупности все эти современные системы ПВО и ПРО смогут надежно защитить Украину от вражеских самолетов и ракет, нивелировав возможность России терроризировать нашу страну.